Це «Український південь» і з вами я, Лідія Григорів. Я нагадую, що ми сьогодні говоримо про успішну громаду, говоримо про успішну країну, ми працюємо нашу. Ви хочу представити гостю нашу, Юлія Казанікова, практикуюча психолог. Вітаю вас, Юлія. Успішна громада, успішна країна, але все починається з дитинства. Все з маличку закладається. Як зробити так, щоб дитина була активною, успішною? Чи є роль батьків суспільства? От щоб ми конкретно, у кого яка роль? Да, конечно же, у ребенка мотивация формируется еще в самом раннем возрасте, да, когда он начинает только складывать пирамидки первые, да, первые кубики. И в этот момент ему уже интересно, да, как это получается. Очень важна роль родителей, которые поддерживают, да, допускают теорию такой ошибок, да, когда у ребенка не получается, и родители наблюдают, да, могут мягко подсказывать, как правильно, потому что родители часто делают такую ошибку, что поправляют ребенка и указывают больше на его ошибки. Да. И тогда у ребенка формируется не мотивация, а формируется такая мотивация к избеганию неудач. Да, и в следующий раз ребенок уже 300 раз подумает, прежде чем приступить к чему-то или захотеть что-то. Потому что на самом деле, что такое мотивация? Это желание. Это желание достигать чего-то. Да. Який повинен бути емоційний стан дитини? Який повинен бути емоційний стан батьків? Чи повинні вони це сприймати дуже спокійно? Чи повинна бути дуже багато сьогодні агресії? Да, агрессия со стороны ребенка и агрессия со стороны родителей. Но вообще, если говорить о ребенке, да, то ребенок полностью, его поведение, в том числе и агрессивное, зависит до 18 лет примерно, да, зависит от поведения родителей. То есть агрессия ребенка – это всего лишь реакция на поведение родителей. Да, значит, это такой сигнал, маячок нам, что что-то мы делаем неправильно. Дети, если у дорослых батьков что-то было втрачено в детстве, чи вони можуть це надолужити, чи приходять до вас з такими і проханнями, з такими консультаціями змінити себе? Да, есть такие обращения, когда родители изначально приходят, обращаются с проблематикой ребенка. Чаще это уже в подростковом возрасте, потому что подростки – это тот возрастной отрезок, да, когда ребенку самому очень непросто, не говоря уже о родителях. И родители обращаются как за скорой помощью, когда они могут найти общий язык с ребенком. И потом выясняется на первичной консультации детско-родительской, что на самом деле психолог нужен не ребенку, а родителям. Да, не обращаются? По-разному бывает. Бывают те, которые отрицают это, потому что это на самом деле болезненно достаточно, да, слышать. Треба повернутись у дитинство. Конечно, это обидно слышать, да, что со мной что-то не так, да, что какой-то я инаковый, какой-то плохой родитель. Но есть, слава тебе, Господи, есть такая процент такой родителей, на которых я молюсь и говорю всем таких родителей. Для нас успішна громада, успішна країна. Якщо це привести паралель на наше суспільство сьогодні, що треба змінити в нашому суспільстві? Наверное, в суспільстві это, наверное, внимание такое к ребенку изначально с самого детства, да, внимание родителей, чтобы у ребенка сформировала своя внутренняя мотивация. Да, потому что мотивация, она же есть внутренняя и внешняя. Если у ребенка это внутренняя мотивация, это когда та форма, когда я хочу чего-то, как будто что меня подстегивает изнутри. Для меня это очень интересно, да, очень важно какое-то дело для ребенка. А внешняя мотивация – это уже мотивы, это взрослому человеку свойственно, да, благодаря внутренней мотивации я вырастаю, и тогда я хочу чего-то, достичь чего-то для того, чтобы поехать в отпуск, да, для того, чтобы позволить себе купить машину, для того, чтобы, да, это внешняя мотивация, для того, чтобы сформировалось вот это внешнее, для того, чтобы было успешное суспильство, да, прежде всего необходимо дать возможность ребенку на вот эти вот ошибки, дать возможность ребенку, конечно же, на похвалу со стороны родителей, да, что родителям необходимо хвалить ребенка. Даже когда у него что-то не получается, это мягкая критика. Я не говорю про то, что не критиковать, да. А также это сформировать эту деятельность так, чтобы она была интересной для ребенка. Да, то ли это учебная деятельность, то ли еще какая-то другая игровая деятельность. Мотивация духовная чи материальна? Сьогодні світ дуже змінився, дуже багато матеріально прийшло в наше життя. Можливо, десь допомагає, можливо, навпаки. Але як сформувати, щоб була гармонія? Мотивація духовного росту і матеріального. Бо дуже виглядає жалюгідно, коли людина, наприклад, їде на дорогі автівці, тому папірці викидує з машини, да? Тобто немає такої гармонії, балансу. Так, да, равновесия этого нет, да, соответственно, мы говорим опять же про внешнюю и внутреннюю мотивацию. Внешняя мотивация – это материальная, да, для чего-то мне это нужно.
А когда нет внутренней мотивации, для чего это нужно прежде всего мне, да, что для меня это интересно, что такое ценности, что такое приоритеты, это все внутреннее наполнение. Да. А если взрослый человек едет на дорогой машине и выбрасывает огурки в окошко, да, это про то, что ценности, приоритеты, они совершенно инаковые, ценности вообще как таковых наверняка нет, или же они в материальном, во внешних каких-то вещах. Про ценности с дитиною потрібно говорити як? Коли? А с самого раннего возраста, когда ребенок начинает проявлять свое «я», а, это к 3 годам, так, это уже про ценности, которые должны презентовать родители прежде всего. Какие ценности в семье? Потому что все ценности у нас начинаются из семьи. Все наши беды и радости тоже из детства. Да, ребенок, видя на ценности и приоритеты в семье, соответственно, составляет свой список внутри себя, своих ценностей и приоритетов. Если ценно для родителей чтение, уважение друг к другу, то ребенок тоже вырастет и будет читать и уважать. Да, ну не обязательно книжки читать, но будет интересоваться, да, поскольку книги, к сожалению, у нас уходят сейчас на 2-й план. Вот больше гаджеты, больше информативная такая компьютерная информация. Ви нещодавно стали учасником такого фестивалю «Фарби життя». Що це за фестиваль? Кого він об'єднав і чому він проводиться в Миколаєві на Херсонщині? Да, організатор фестиваля психолог із Миколаєва. Да, которая 2-й год или 3-й даже уже организация проходит этого фестиваля, участвуют психологи из разных городов Украины, приглашаются для проведения мастер-класса, и приглашаются гости, все желающие люди, которые хотят посмотреть на то, как работает психолог, которые хотят найти ответы на свои вопросы, потому что тематика на этом фестивале есть, раскраски жизни сама за себя говорит, то есть разные вариации на тему познания себя, познания своей семьи, познания своего ребенка. Коли, из каких мест приезжают туда? Ой, из Запорожья, Днепропетровска, из Харькова, то есть из разных городов, из Херсона, конечно же, соответственно, из Одессы. Що вам є про що поговорити? Що є такого спільного для кожного регіону? Ви знаєте, про цінності, мабуть, про цінності все-таки, це те, що вічне, це те, що база, яка вона завжди буде тішитися, це надіжда, що вона завжди буде в ціні. Это про то, что про душевные какие-то вещи, про теплоту, про сердечность, про воспитание детей, внуков, про то, как найти общий язык с коллегами, с близкими, с родными. Вот такие вещи. Фарби життя, яким ми повинні бути в нашому суспільстві, щоб була і успішна країна, і щасливі люди? Це можливо, щоб була щаслива людина? Ну, для каждого человека, я думаю, это является целью, надеюсь, опять же. Вот какие фарби сегодня у нас проважают в житті? От ви дивитесь на дорогу, на вулиці, які повинні вони бути? Фарби життя, скорее всего, начинается все с семьи, я так думаю, да, первично все-таки, потому что то, что на улице и то, что творится вокруг, да, это все отображает внутреннее состояние каждого человека, каждого украинца. Да? Поэтому прежде всего найти гармонию внутри себя и равновесие. Это, и тогда, я думаю, гармония будет извне. И стремление создать эту гармонию за пределами. Я думаю, и на завершение нашей беседы вы бы побажали нашим телеглядачам, нашим шанувальникам украинского пивня. Как жить? Красочно, ярко, с вниманием, с любовью к себе, с любовью к своим детям. Создавание. Да, це те, на чому базується наше життя. А це український південь, і ми ще очікуємо на гості в нашій студії.